Проверить качество уборки территории, осмотреть новогоднее оформление и работу аттракционов. С этой целью представители администрации города и общественники прошлись по территории парка Толстого и оценили готовность к праздникам, излюбленной жителями локации. Стоит новогодняя елка, наряжена. Видим, как красиво подсвечивается колесо обозрения. Готовимся встретить Новый год. Одна из главных задач, которую выполняют городские службы, это уборка снега. В декабре выпало рекордное количество осадков. Коммунальные службы работают практически круглые сутки. Люди чувствовали себя уютно и комфортно, чтобы лавочки были почищены, урны были чистые, все было доступно, не занесено снегом. Ну, собственно говоря, вот то, что мы видим сейчас, даже лучше. В ходе обхода парка Толстого ревизоры убедились, что детские площадки расчищены, установлены туалетные модули, а также работает бесплатный каток для горожан, которые приходят со своими коньками. Ну а для тех, у кого нет собственного инвентаря, работает прокат коньков. Помимо активного отдыха в парке можно будет приобщиться к искусству. Для этого в комплексе «Артишок» открылась тематическая выставка. В нем представлены картины разной эпохи. И тема этих картин – новогодняя тематика и зимняя. Можно прийти и полюбоваться. Плюс есть резиденция Деда Мороза. Также ребенок и взрослый может прийти, написать письмо и отдать Деду Морозу. И пожелать, чтобы исполнились его мечты и желания. Добавим, что в преддверии праздников и в первые дни Нового года в парке Толстого и на всех остальных территориях отдыха «Химок» традиционно проведут массу увеселительных программ. Александр Сергеев, Вильфрид Домковский, новости «Химки ТВ».